Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш-Бай, меня зовут Иван, а мы с вами начинаем прохождение новой игры. Бэтмен, рыцарь Архима. Я только что нажал новая игра, новый сюжет, новая игрушка. Настройки все выставлены, все должно быть отлично. Вот, мы смотрим, какой-то у нас стартовый сюжетец. Очень много кто мне рекомендовал эту игру, я сам в нее никогда не играл. Интересно взглянуть, что же здесь такого офигенно годного. Очень много людей прям про нее говорило. Музычка мне нравится, вот музычка начинается хорошо. Цветок? А это не Джокер случайно? Похоже немножко на Джокера, нет? Ага. Так если мы с самого начала Джокера сожгем, так все, игра пройдена получается, да? Все. Вот, реально это же Джокер. А, ну вот, все, то есть игру мы прошли. Джокера мы победили, самого главного злодея Бэтмена. Ладно, шучу, там много у него злодеев было. Много разных у него было соперников. Лыбаха, какой красавчик. Я тоже так умею улыбаться. Открой глаза сейчас, да? Давай, открывай глазки свои. Wake up тебе, говорят, давай. Проснись и пой. А, это, подожди, так это, наверное, что-то нажать надо. Да, слушай, я нажимать должен. Ха, я ждал, пока что не произойдет. Жарим Джокера. Красиво, слушай. Начали очень впечатляюще, да, немножко так. О, ну прям все, this Бэтмен. Вот как это случилось, он говорит. Так, погиб. Что, Бэтмен? Это же не Бэтмен, это же Джокер был, нет? Я что-то путаю? Я, может, путаю немножко сюжет. Фильмы-то я смотрел, Бэтмен-то с этими, с рожками черными. А Джокер улыбаха, клоун, нет? Джокер был кремирован 9 месяцев назад. Я сам нажал кнопку и сжег поганого ублюдка. Ясно, это от лица Бэтмена идет. Потом мы ждали. Готэм приготовился к неизбежной борьбе за власть, но ее не случилось. Собственно, преступность снизилась. В глубине души я ждал войны. Да, правильно ждал, Бэтмен. Что-то сейчас будет. Я просто ждал, пока кто-нибудь нажмет на курок. О, это нам авторов рассказывают, да? Окей, хорошо. Ну, игра какого-то там, 15-го вроде года. Неплохая графика 2015 года, я тебе скажу. Очень даже прикольно все смотрится. Мне пока все очень нравится. Мы за копа играем, да? Нет, мы должны за Бэтмена играть. Ну, привет, красотулька. Что-нибудь мне там принесла, да? Кофеечку мне налей, пожалуйста. Спасибо. Да тебе спасибо, давай. Мне, может, яишенку, да? Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Make it waffles with a side of bacon. Вафли с беконом. Whatever you say, officer. Господин коп решил покушать бекончика, да? То есть жена ему говорит, надо куриный салатик без заправочки кушать, чтобы холестеринчик поменьше-то было, а он такой взял и бекончика решил навернуть. Кто нахуй курит? Ты чё, в кафе, блядь? Я здесь закон. Погнали, пообщаемся. Погнали, пообщаемся. Нам дадут походить? О, Бэтмен, здорово. Ты рыцарь города, да? У нас Хэллоуин, что ли? А, это Хэллоуин, наверное. Так, где кто курит? Кто где курит? Вот здесь, вот этот курит, да? Товарищ, ты чё? А он не курит. У него что-то дымится в пакете. Твою мать, это пугало. Я знаю, кто такие приколы делает. Такие приколы делает пугало своим порошочком. Ой-ой-ой. Это плохо. Это плохо. Они же сейчас все с ума сойдут. Жесть. Все, только чтобы он пушку не достал сейчас. Видишь, люди начали друг друга бесить. Ну, может, и не начали. Это я стреляю, если что. Это я нажимаю. Это же мирные жители, их нельзя убивать. Перезарядись. Бей его, что? Что нажимать? А, во, что-то нажимается. А, нет, ничего не нажимал. Ничего не нажимал, он щелкал курок, щелкал. Я очень много патронов спустил. Смотри, что происходит.
Вон, смотри, вон мы стоим. Мы просто уничтожили... Ну, бойня в кафе была, видишь? Сейчас были использованы лишь 10-100 грамм моего новейшего токсина, говорит. Пугало, да. Завтра будет гораздо хуже. Господи, представляешь, как не повезло жителям Готэма? У них же постоянно какая-то хрень происходит. У них, они такие типа, бля, опять пугало, только с Джокером разобрались. Идет чувак такой на работу, говорит, да заебали вы, дайте мне доехать, поработать, денег заработать. Я уже тут месяц, блядь, в эвакуации нахожусь. Короче, опять у них бардак, неразбериха. Да, эвакуируют город. Но я не думаю, что они что-то смогут с этим добиться. Больше 6 миллионов человек в Готэме было. А сейчас пусто? А, сегодня? Гораздо меньше. Ну, ясно, это он постебаться решил. Гораздо меньше. Вообще почти никого нет. То есть в Готэме, по факту, сейчас мирные жители... Вот прям, блять, кого они копы убили. Это, походу, пингвин и этот, Двуликий. Я не помню, как зовут Двуликого. Ой-ой-ой. Так тут, получается, сейчас боевые действия прям в городе будут происходить. Ну хорошо, хоть мирное население эвакуировали уже на этом. Спасибо. Так, а мы будем чистить улицы Готэма. Или как бы Бэтмен сказал? Будем бороться с преступностью. Блять, я так пафосно не получается. Им хватило суток, чтобы отнять у нас город. Сегодня Готэм замер в ожидании, он ждет своего спасителя. Готэм, спаситель, сидит вон на вышечке. Опа, включили прожектор. Ну, Бэтмен это просто мистер пафос. Очень такой крутой пафос. Мне очень Бэтмен нравится, он крутой чувак. Ну что? Дайте мне кому-нибудь поебальничку надавать. Все, здоровяк, пора за дело браться. Пора браться за дело. Сутки ты немножко отдохнул, такой, знаешь, 9 месяцев назад убил этого. О, планировать. А что мы, будем планировать атаку? Планировать, в смысле этом планировать? Ха-ха, прикольно. Пикировать, не, пикировать не надо. Нам надо лететь туда. Блин, да я не долечу, наверное. Черт. Я не долечу, надо было сразу держать нормально. Ух ты, вообще прикольно. Слезть вниз мне не надо, слезть вниз мне надо туда. Смотри, я немножко отвлекся на вот этот приколдес с планированием. И там преступник что-то говорил. Это диспетчер Сокол 5. Идут погромы в округе. Так, мне надо вообще туда. Все, мне туда, пока не отвлекаемся. Пока не отвлекаемся, долетим спокойненько себе. Интересно, как он вообще с высоты переживает падение? Ну, я понимаю, что я сейчас, опа, отпущусь. И побежали. А он бегать не умеет? А, вот, умеет бегать, все нормально. Но Бэтмен должен пафосно и медленно ходить. Бандит говорит, не стоило эвакуироваться. Вообще огонь, слушай, очень круто, мне пока все нравится. Гордон? А, это этот, полицейский, который сработал с Бэтменом. Все, хорошо, у него мирные все уехали. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon? Да кто там в Готэме остался один преступник? Пускай ебашит. Наоборот, очистится город. In case you need to reach me, it's going to be a long night. Ночка явно будет долгая. Ну да. Unit,
А Бэтмена уже нету, ты что? Ты не знаешь, как он исчезает. Ну вот опять. Говорит, каждый чертов раз это должно переводиться. Каждый чертов раз. Я знаю эту фразу. Так, что у нас здесь теперь есть? Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Она не эвакуировалась. Okay, I'm sending through the squad car's location. Они наебали Гордона. Бля, Бэтмен, ты чё? Посмотреть биографию, давай посмотрим биографию. Оракул. Барбара Гордон. Информационный посредник. Готэм. Голубые, рыжие. 108-57. Первое упоминание. Я так понимаю, это отряд самоубийц. Экран Уэйнтек. На экране Уэйнтек можно посмотреть список доступных приемов или заработанные очки улучшения. Уэйнтек. Окей, я понял. Уэйн это типа... Уэйн, это его же зовут Уэйн. Смотри, сколько всего пооткрывалось-то уже, а? А это кто? Брюс Уэйн. Кто такой Брюс Уэйн вообще? Да, лох какой-то местный ходит. А вот Бэтмен, красавчик. Так, Гордон. Так, у него 183 рост, 82 вес. Я думаю, историю какую-нибудь почитать. Альфред и Пугало. Бля, Пугало такой страшный. Интересно. А, вот. Все, я понял, как это читать. Вот. Барбара Гордон, дочь готэмского комиссара полиции Джеймса У. Гордона, была напарницей Бэтмена под именем Бэтгёрл. Серьезно, на Бэтгёрл было? Не знал. Пока ранение в позвоночник не приковало ее к инвалидному креслу. Барбара взяла себе прозвище, новое прозвище Оракул, и теперь помогает Бэтмену своими компьютерными навыками. Нихуя себе, прикольно. Обладает идентической памятью. Это, короче, все, что она увидела, запомнил. Идентическая память. Я это где-то тоже в сериале видел. Так, способна идеально запоминать все увиденное и прочитанное. Ну, собственно, что я сказал. Обширная штаб-квартира в Готэмской часовой башне. Опытный хакер, превосходно разбирается в компьютерах. Сохранил навыки обращения с палками экстрима и батарангами. Ну, куда ей, как бы, на кресле качалки-то? На креслице-то качалочки, куда ей? Блин, слушай, хорошо, ну, кто такой Гордон, мы, в принципе, все знаем, хотя бы хоть что-нибудь где-нибудь с Бэтменом сталкивался. Комиссар Джеймс У. Гордон поставил себе цель очистить полицию Готэма от коррупции и достиг в этом немалых успехов. Борьбой с преступностью он тоже не пренебрегал. Чтобы обеспечить безопасность жителей Готэма, Гордон заключил союз с таинственным мстителем-одиночкой Бэтменом. После закрытия Архэм-Сити и смерти Джокера в Готэме настали сравнительно спокойные времена, а уровень преступности стараниями Гордона пошел на спад. На волне этого успеха многие прочат Гордона в мэры города. Окей, хорошо, остальных мы пока читать не будем. Мы здесь все читнули. Так, спасите пропавшего офицера полиции. Вон внизу. А, нет, это 500 метров туда. Чуть не упал. Залазь, ты че? Побежали. Я не знаю, интересно, он быстрее летит или быстрее бежит? Пока побежим. Давай. Пробежечка немножко, трустой так чуть-чуть. Надо жирок сбросить, так как бы 10 месяцев ничего не происходило, конечно. Бэтмен немножко так подзарос. Вот это другое дело. Готэм уснул, когда погиб Джокер. Короче, я так понял, что это, скорее всего, не первая часть. И возможно, что в предыдущих частях мы убивали Джокера, но я в них не играл. Поэтому я, возможно, какие-то моменты буду немножко не знать, что происходит. Здесь не зацепиться нигде. А вот здесь можно. Сто метров осталось. Китайский квартал. И что, мы сейчас крутое приземление будет? О, удар! Погнали гасить преступность! Круто, мне очень нравится дождь, внутри. Ай, не успел нажать ЛТ. Сука, это левый был, а не прав. На ЛТ он бросает батаранг. Ой, получил по башке. Здесь прикольная система боя, мне нравится. Он автоматически перескакивает от врага к врагу. Хорош. Где? Где коп? А вот же коп. Спасти, офицер. Черт, это военная машина. Так? Доставайте пушки. Уравниваю шансы, ёпт. Уравнять шансы было. И что это будет теперь такое? Это Бэтмобиль, блядь. Огонь.
Хорошо, жмем газ, да? Так, тормоза остыли, все, можно ехать. На самом деле, можно было и с ней остывшими ехать. Оракул, мне нужно следить тут военная машина. Патрульная машина начала преследование, передаю ее координаты. Мне дали, кстати, ачивку уравнять шансы. Пошел, давай. А мне говорили, что эта игра будет, типа, я думаю, про Бэтмена мы будем просто драться, ходить. А тут, оказывается, еще и НПС нам немножко закинули. Резкий старт. Не трос немножко вкачаем. Ой-ой-ой, врезаюсь, тихо. Они взорвали этот патрульную машину. Почему мне стрелять? Бля. Я читаю, я просто пытаюсь прочитать управление, что нажимать надо, я не вырубаюсь пока. Пуск ракет, вот, пошла. Он меня обманул. Какой хитрый, блядь, водитель, а? Где ручной тормоз, интересно, на какой клавиш? Ой, я вообще не понимаю, что происходит. Слишком много всего на экране у меня начинает, типа, блядь. Пошла ракета, давай. Есть. Выйти из Бэтмобиля. Подойдем сейчас, знаешь, не спеша, так пафосно, как Бэтмен. Допросить бойца, если рядом. Допросить. А, так это мне надо с той стороны подойти. Блять, почти пафосно получилось. А, вот ты где, щенок. Сейчас будем тебя допрашивать. Ой, ему это не понравится. Ой, это будет... Ему это не понравится. Сломай ему что-нибудь. Он явно загорит охотней. Пока он не захочет говорить. Бей. Где пугало, спрашивал? Иди к черту. Ломай палец. О, хотел его ширнуть, кстати, этой химией, которой он всех ширяет. Ломай руку. You, ломай. Talk, давай. Начнем с руки. Okay. Да хорошо угрожать. Ломай руку все равно. О, сломай вторую, давай. Хорошо. Отлично, вот это я понимаю методы Бэтмена. Наконец-то. Так, химический анализ. И что это? Это цветок, я знаю, это немножко спойлер, но я знаю, что это из цветка одного сделано. Это было в фильме. Оракул, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Ну да, это та штука, которую они все кидают. Чистый образец. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Блин, спрашивай, что я буду делать. Пиздюлей всем раздавать. Сесть в Бэтмобиль. Он прям так шустро в него запрыгивает, вообще огонь. Полетели. Хорош. Вообще прикольно, мне нравится вот эти вот. Стой. Я не понял. А что происходит? А, это надо было выпрыгнуть. Ядовитый плющ здесь. Решающий удар. Надо было кинуть гранату какую-то, я не успел. Контрудар. Успел? Отлично. Это что такое, блядь? Они мне очень много сыпят всяких подсказок, я не успеваю их нажимать. Серьезно, я просто в начале игры такой, типа, блядь, он разгонит. Ничего, сейчас разберемся. Все, понял, когда это нужно нокаутировать его. Красивая добивочка, хорош. Вот это уже интереснее, ядовитый ключ говорит. А, она внутри сидит? А что у нас связано? Сэр, это Бэтмен, он здесь. I'm afraid I must disappoint you. У нас сейчас будет босс-файт с ядовитым плющом.
Лучше бы этот мужик с пистолетом не выпендривался, и Дэвид и Плюша наш опасны. Я еще не понял, подожди, а чего боевик угрожал Плющу и Давиду? Она хорошая? Нет, она же плохая всегда была. Должна быть. Мы сейчас будем с Давидом Плющу махаться. Давай. Откроется сейчас дверь, она тоже пафосно выйдет. Здесь будет супер много пафоса. Чего? Чего не происходит? А вот, вот и двери. Вот и двери появились. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello. Tell me. Так они, походу, не враги, and what нет? What if I don't want to? Then I похоже, burn что не every очень. Plant in Gotham. Сожгу все растения в Готэме. Каждый листик, блядь. Вот это угроза, конечно. Penguin, Two-Face, Riddler, так двуликий, слушай, я его правильно назвал. Scarecrow said he had a plan. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. На то и был расчет. Да, походу сейчас будем махаться с плечом. I was interested in his pathetic human games, and when I came to, I was locked up in that room. It's such a shame that his vile toxin has no effect on me. Nature always wins. Вот она сейчас расхватит. Ага. Ну еще бы, конечно. Как будто бы ядовитый плющ так не сделала. Will he ever learn? Нет, никогда он этого не усвоит. Бэтмен всегда будет попадаться на такую фигню. Но он выберется и очистит улицы Готэма. Нахера им этот Готэм? Мирных эвакуировали, полицейские уехали, пускай в этом островке делают, что хотят. И куда-нибудь бомбу туда еще сбросить. На все это отребье. Еще один броневик. Где мой Бэтмобиль? Слушай, а тут прям такой хороший броневичок. Скажу. Прям go, такой, go! Серьезный. А, что делать? А, беспилотный. Альф, ломай. Ломай. Так, Бэт-коготь. Не, не, а что такое? Мне нужно взрыв. А что мне нужно выбрать? Выбрать устройство, говорит. Так, мне нужно торсомет. Нет, наверное. Бэт-ранг тоже вряд ли. Управляемый Бэт-ранг. Бэт-коготь. Дымовая граната. Дистанционное управление Бэт-мобилем. Ну, давай, наверное, управление Бэт-мобилем. Хорош. Очень красиво. Блядь, столько все здесь красиво. Я себе у него тачку делает, смотри. 60-миллиметровый пушка готова. Хорош. Спасибо, что прикрыл, родной. Система разгона толпы. Так, удерживать боевой режим. Ничего себе. Огонь. Так, из выстрела из вулкана. Так, ладно, надо забрать Бэтмена, мне там надо подъехать. Так, сменить камеру, тормоз задний ход, резкий старт. Не резкий. А, это не до того, здесь боевой режим, где тормоз. А, тормоз задний ход, здесь. Захват цели. Кто меня там захватывается? Ясно, это бой просто, это бой. Это у нас сейчас будет танк. Вот так вот, бочком, бочком, бочком. Бля. А слушай, они так для лоха прям показывают, где, куда они собираются стрелять. Назад. А тут еще один, слушай, а я прямо не заметил его. Ну ладно, я сейчас их раскидаю, как деток просто каких-то. Они тут, ну, пускай отправляют у меня кого хотят. Да, вот так. Блин, промазал. Я тоже ж надо дать им какой-то шанс. Блин, вот это он, конечно, зря. Вот это ты, конечно, зря сделал. Все? Что теперь? Что теперь? Боевого опыта дали. Так, хорошо. А как мне сменить камеру можно? Ничего себе, вот это круть!
А как выйти вообще из этого режима, я не понял. А, вот это удерживать вниз, да? Нет. Выйти? Нет. А я не всех убил, наверное, еще. Или все? Так всех убил же. Убил же всех. А, во, надо было подъехать сюда. Я не заметил просто. Бэтмен, давай, садись. О, это для пассажиров, да? Так это типа камера или что? Или это для... для пассажиров? I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Поставляют откуда-то танки. Activate the Batmobile weapon diagnostics. Я выхожу на тропу войны, а до этого типа он с ними мирно разговаривал, да. Ну слушай, до этого он типа как бы тех чуваков, что лежат здесь, он не убил. Он, о, посмотрите биографию, давай посмотрим. Бля, прикольно, биографии их читать вообще круто. А, так, ну вес как бы Памела Лилиан Айсли, профессиональный преступник. В результате неудачного научного эксперимента ботаник Памела превратилась в получеловека-полурастение с хлорофиллом вместо крови, способностью одурманивать людей феромонами и отравлять прикосновением. Одержимая любовью к растениям, она стала биотеррористкой и на этой почве часто сталкивается с Бэтменом, чья железная воля не поддается ее обольстительным чарам. Железная воля Бэтмена ничего не поддается. Недавно она была поймана Найтвингом и заключена в тюрьму Блайтхейвена. Но Харли Квинн устроила ей дерзкий побег. Найтвинг, это, если что, это один из помощников Бэтмена. Способна управлять ростом любых растений. ДНК смешана с генами растений. Источает феромоны, позволяющие контролировать разум жертвы. Кожа выделяет сильнейший токсин. Одержимая идеей защитить природу от человечества. Кстати, если не говорить, что она там биотеррорист, то защищать природу на самом деле нормальная тема. Там можно было бы в какую-то тайгу завести. Жила все там спокойно с растениями. Отлично, у нее там материк целый был бы почти... лесной, и все было бы окей, но она решила это сделать в городе. Хорошо, с ядовитым плющом мы разобрались. А это что? Подожди секундочку, а что тут еще раз? А, во, биографии. А, тут несколько страниц биографии. Мы пока те еще не открыли. Так, запустите диагностику системы энергии боевого режима. Поехали. Диагностика. Начать испытание. Обрушите на врагов всю мощь Бэтмобиля. Уничтожайте цели, уклоняйтесь от вражеского огня, чтобы зарядить вспомогательное оружие. Окей. Давай. Пускай нам только объяснят, как это сделать. А, вот мне сейчас объяснят, как делать ракетный шквал. А, вот это... А они стоят и двигаются, я их просто взрываю, все, ясно. Это просто обучал. Вот. Ракетный шквал. Прикольно. Не, что завершён, я хочу еще. А, сразу 4 цели. А, надо было жрать и держать, стоп, угол. Вот надо было держать, не надо было просто отпускать сразу. Блин, я так и думал, что надо на вот этот X не нажать просто, а держать, он бы несколько целей выбрал. Так, это первый уровень зарядился. Это просто обучение, они даже по мне не стреляют. Ой, промазал, да ладно. Если в башню стрелять, я так понимаю, они сразу и умирают, да? Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, да. Надо не держать, а несколько раз нажимать. Прикольно. Этап 3. Окей. Урон снижает заряд оружия. А теперь буду получать урон. То есть, типа, мне надо сейчас, ну, как бы, справиться с этими ребятками. Не получаю урона в идеале. Ну, вообще, мне нужно просто добить четвертый уровень, и все. Просто сейчас у меня есть еще и, ну, типа, более реальные условия. Вот так. Вообще легко, на самом деле. С ними сражаться, ну, реально от них урон можно получить просто случайно, только если ты там не успел отъехать. Хорош. Диагностический тест завершен. Все, завершен. Отлично, симуляция завершена. Продолжить, не надо мне заново. Все отлично справились, мы вообще красавчики. Так, окей, получено очко улучшения.
I've warned GCPD to pull their men off the streets. Ну, это правильно. Я уже в пути. Нет, я не в пути, подожди. Карта. Прикольно, карту можно посмотреть. Я хочу навык использовать. Где мой навык? Так, список приемов. Улучшение боя. Улучшение устройств. Улучшение устройств навыки. Улучшение бэткостюма. Бэтмобиль, улучшение бэтмобиля. Список приемов. Давай посмотрим бэткостюм. Бэткостюм. Решающий удар крюком. Уцепите за выступ рядом с противником сразу же, нанесите решающий удар. Ну, пока не надо, наверное. А вот это что? Броня ближнего боя. Обеспечивает на 25% лучшую защиту бэткостюма от прямых ударов. А это что? Добавляет от огнестрельного оружия. Огнестрел вкачиваем. Если что, ближний бой, пускай попробуют, еще попадут по мне. А вот выстрелить могут. Так, и все, я выбрал, да? Все, ох, выходим. Отлично, прикольно. Мне нравится. Навыки улучшения, вот это я все люблю вкачивать. Комиссар Гордон говорит. В городе действуют многочисленные танки. Готэм атакован. Все мыти с улицы вернутся в участки. Ой, танки, блядь, на них вывезли, пиздец. Представляешь, танки, блядь. На полицию танки. Я в шоке. Все, деревья вообще не по правилам езжу. Бунтовщиков видит в Чайна-тауне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас будет танковать будем, да? Пошло, пошел зам. Давай, зам. Залп прошел, не то сказал, блин. Хорош. Нормально. Я понял, им надо стрелять в башни, они тогда сразу же умирают. Они сразу же тогда и отлетают просто. Корпус 2 удара, в башню 1. Окей. Сколько их осталось еще? Сука, ты сбил мне на накопленный этот. Один остался, блин, так сейчас на него весь залп и потратим. Готово. Мне прикалывает, что показывает пассажир ядовитый плющ. С танками все вообще. Бэтмен разобрался. Надеюсь, это были последние. Так, камеру нужна, он ядовитого плюща посадит. Ничего себе. О, куда это я врезался? Подожди. Немножко непривычно в плане боевого режима и тормоза. Я еще не привык, на какие кнопки нажимать. Но я потихонечку осваиваюсь. Потихонечку я с этим всем освоюсь. Иногда буду пропускать эти диалоги, потому что за рулем очень неудобно читать субтитры. Вот это прям боль была моя в 5-й GTA. Постоянно эти субтитры за рулем разговоры. Ничего себе полицейский участок. Прям какая-то военная база, а не полицейский участок. Серьезно. Ты же еще ниже, 3 уровня под землю. Ты где такое видел вообще? Это Бэтмен. Все свои. Я думал, нас атакует. Так вам бы все был. Конец. Прям здесь бы и закончился. Who taught you to drive? Кто научил тебя водить? Сам. В GTA научился. Я как бы, наверное, не садил бы ее в тюрьму. Ну, в плане, знаешь, каком. Может, и садил бы, но она здесь может бед наворотить на самом деле. Вряд ли есть специальные камеры, которые все ее токсины смогут держать внутри. То есть вот обычно из-за этой обычной решеткой она делов наворотить может. Ой, по полной программе. Why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Да. И спасибо Бэтмену. Glad you're putting it to good use. Oh good. Another cell. О, прям такая, да. Наверное, вот это ее выдержит. Уэйн Тек. Ясно, это он ее сделал. Он сделал эту камеру. Вон, смотри, на двери написано. Давай пообщаемся.
Дали ачивку. Всем бояться называется. Доставить в полицейское управление первого суперзлодея. Это суперзлодеи, так мы даже с ними не сражались. Это не для меня, она для людей. И что еще? Вот мне кажется то же самое, что она просто подыгрывает на самом деле, потому что она очень умная, просто так бы она не дала себя посадить. Так, а что нам делать-то дальше, я не понял. Мы с ней пообщались. Наверное, Гордона надо найти. Куда идем? Где Гордон? А, вот он, наверное. Слушай, нихера у них вообще полицейский участок, ты посмотри, блядь. Это реально похоже на какую-нибудь пещеру Бэтмена больше, чем на полицейский участок. Ну давай, эта камера странно себя ведет. We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Короче, пожарных надо спасти, я понял. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be up to no good. Вот загадочка точно, это суперзлодей прям. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Короче, я так понимаю, мы сейчас все это. I've got a skeleton crew searching Gotham south and west. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Give me an update. Так, что я хотел сказать. Вот это все, что нам сейчас рассказали, мы можем выбирать себе задания и потихонечку их выполнять. Воспользуйтесь разделом «Выбор задания», чтобы выбрать следующую цель в Готэме. Окей, это очень все понятно. При обнаружении нового суперзлодея или задания, они автоматически будут добавлены в данный раздел. Ну, зачесался. Если вы хотите вернуться к охоте на пугало, то выберите этот значок. Прикольно. То есть можно еще прям выбирать, куда и двигаться. Типа загадочник. Потом общее достижение — это не то, что мне нужно. Краткое изложение дела. Давай спасем сразу пожарных. Все, пожарных спасаем. Я считаю, что ребят надо спасти. Good luck out there, Batman. О, новая биография. Кого? Кого мы можем новую биографию посмотреть? Так... Загадочник? Ну, давай почитаем его. Эдди Нэштон, он же Эдвард Нигма. Профессиональный преступник Готэм, голубые, каштановые, ясно. Эдвард Нигма испытывает нездоровую... Давай, сейчас, секундочку. Эдвард Нигма испытывает нездоровую потребность во внимании и хочет считаться самым умным преступником Готэма. Свои преступления он окружает множеством загадок и подсказок. Бэтмен сумел доказать загадочнику, что он достойный противник, способный разгадать все его замыслы, но теперь Нигма намерен подготовить ловушку, которая сокрушит темного рыцаря, даже если для этого придется кого-то убить. Униженный Бэтменом на острове Архам и опять в Архам-Сити, Нигма как никогда твердо намерен заставить его признать свое интеллектуальное превосходство. Незаурядный интеллект, одержим желанием помериться интеллектом с окружающими, оставляя для них подсказки, касающиеся его преступлений, навязчивая потребность во внимании и поощрении. Окей, а это кто? Аарон Кэш. А, сотрудник полиции. Аарон Кэш – истинный патриот Готэма. Всю профессиональную деятельность он провел на страже закона и безопасности в родном городе. Он стал одним из самых опытных и уважаемых охранников в Архиме, но подвергся жесткому нападению крока-убийцы, лишился руки и заработал неутолимую ненависть к этому звероподобному преступнику. Он близко дружит с Бэтменом и комиссаром Гордоном, который вернул его на работу в полицию после закрытия Архим-Сити. То есть он без руки работает в полиции. Ну, мне кажется, у него есть протез, какой-нибудь крутой. Отсутствует левая рука, профессиональный владелец огнестрельным оружием, огромная физическая сила. Прям вообще отсутствует, так как, посмотри, на него никак нельзя, где этот? А вот он и стоит прямо перед нами. Ну вот, да, вот есть этот. У него есть протез. Хорошо, нам нужно сейчас что, выйти, наверное, отсюда, да? Мы выйдем сюда, нет? Открыть дверь. А, так это просто комнатка, ну, блин, переговорная. Не, мы здесь ничего переговаривать не будем. Нам надо выйти на улицу и спасать пожарных. У нас есть задание, четко и ясно.
Так, картер особого режима в полицейском управлении. Прикол. А вот выход, ёпта, не прочитал. Экзит. Сержант, что? А, грошек. А мне показалось горошек. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что меня воодушевило. Открыть дверь. Так, это изоляторы, да? Yep, poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did. Это тот мент из закусочной. Owens is a good cop, lives for the job. He don't deserve this. Можно с ними поговорить? Я бы с ним лично хотел поговорить. Paramedics say there's nothing we can do for. Just pray. Вообще, по-хорошему, нам бы какое-нибудь противоядие у пугала раздобыть. Ну, он прям, он сошел с ума, все. Пугало этим и занимается. Вместимость картера 1%, камера 1 из 97, особый режим 1 из 11. То есть нам, мы прям будем кого-то отправлять сюда, и они будут пополняться. Прикольно. Допросная, а ты кто? Допросы здесь допрашиваешь? Чего ты заметишь, что ты на столе лежит? О, Райнер! One of those nights, huh? You shouldn't be in the city. Bet you're wondering about the tape. I'll let you in on the action, if you promise to keep me in the loop. What do you say? It's not safe. You should have left with the evacuation. And missed the biggest story of the year? Hell, ясно, он репортер. This is it. My chance to get back on top. Quid pro quo, Batman. What's the latest on Scarecrow? Any leads? Stay out of trouble. Hey, I try. Trouble always finds me. Прикольно, так это получается журналист, ведущий расследование, бывший бывший следственный репортер, а ныне ведущий скандального ток-шоу Джек Райдер, хорошо известен своей настойчивостью и бескомпромиссным стремлением докапываться до правды. Побывав на волосок от смерти в Архам-Сити, Райдер написал ряд обличительных статей. Как признается сам Райдер, его показания во многом повлияли на решение властей освободить невиновно осужденных заключенных, многие из которых получили весомые компенсации. Ясно. Прикольно. Прикольно, короче. У нас здесь репортер есть. Я думаю, что с репортером будет что-то связано, но мне больше интересует, что это за меч, что здесь лежит. Родой. Ты где меч-то, блядь, спиздил? У нас репортеры сейчас теперь с такими мечами ходят. Так я тоже хочу репортером тогда быть. Если там мечи выдают. Так. О, боевики. I guess Scarecrow gave you the slip. You broke my wrist for nothing. He's got plans for you, Batman. You and all your friends. Tonight's the night we finally break the bat. Слушай, надо вторую руку ему сломать, он что-то до хера пиздит, да? Как по-моему, он разговаривает слишком много. Так, это что у нас, главный зал? Офицер Денхин. I've never seen anything like this, man. Even Gordon looks worried. Гордон беспокоит. Так, блять, у вас в городе война. А это что такое? Инфирари. Что инфирари? Что такое инфирари? Batman, we're not doing too good in here. It don't look good, but we're the lucky ones. А, бля, это больница типа. Someone got me real good. Все, я сразу не мог понять, что это такое. Ну как-то маловато у них мест для таких масштабных событий в городе. Я так думаю, что им бы побольше какую-нибудь аптечку нужно было бы сделать. Batman, just want to say it's good to have you on board. Ой, явно хорошо, что я с вами, да, вы без нее точно не справились. Так, знаешь что? Я думаю, что мы пожарных пойдем спасать в следующей серии, потому что это подошло к концу. Я надеюсь, что тебе эта серия понравилась. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.